Около 50 югорчан в этом году отправились в армию служить по контракту. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной окончанию осенней призывной кампании. Всего же на призывные пункты в этом году пригласили больше 7500 молодых людей. Часть из них получили отсрочку, кого-то признали непригодным по состоянию здоровья. В вооруженные силы отправились 1700 человек. Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу окружного военкомата Андрей Казаков, план выполнен в полном объеме. Добавлю, альтернативную службу в этом году пожелали пройти 5, но призывные комиссии не сочли их доводы убедительными. А вот количество контрактников растет из года в год. За 7 лет на службу по контракту отправились около 200 югорчан. В этом году полсотни. Все они будут служить в военных частях Центрального военного округа. Они сами выбрали регионы для службы. Как рассказали представители военкомата, это одна из преференций контрактников.